Вот такую мы сегодня поймали живность еще. Хотела ее вытащить из тазика из бабочка. Он присосался, я его не могу вручную отодрать. У него, оказывается, вон еще сколько много, как у звезд морских. Его щупалец, которыми он их прячет потом вовнутрь. Их просто тупо нет. Вон они. Он ими присосался, я его вручную не могу отодрать. Вот он. Такой его в руках не страшно держать. Шевелит иголками, иголки не острые, наступать, конечно, да, вот если воткнется он в ногу, то беда. Вот такой он шевелится. Сейчас я покажу, как он на ладони, с какой скоростью передвигается. Вот примерно таким вот образом он ползает по дну морскому. Вот у него приличная скорость передвижения. Вот, как я говорила, этих полипиков их не видно. Он их прячет вовнутрь, видно, под панцирь. Сейчас мы его положим в воду и посмотрим, как он их будет выпускать. Я удивилась вообще, что он по стенкам ползать умеет.